Ребята, всем привет! Всем привет! С вами Леонид всем Борисович! Привет! Ты что сделал? Поздоровался со всеми! С вами Леонид Борисович и дядя Игорь! Да! Сейчас мы будем смотреть с Леонидом видео! Видос! Видос даже, да! Аккуратно, Леонид! Видос мы его снимаем, да? Конечно! Конечно! Мы снимаем видос, так мы смотрим видео, да? Да, конечно! Видео называется «Марьяна Ро беременна», Иван Гай и Диана Шурыгина «Друзья. Вопрос». Канал называется YouTube Тренды». Ты что мутишь? Поехали? Да! Поехали! Марьяна Ро беременна. Рома Желудь удалил свои страницы в соцсетях. Иван Гай снова переволновался на интервью. Уже в марте что там случилось? Состоится Версус между Ларином. Ты знаешь этих и ребят? Да. Постойте-ка, кто вообще помнит о Версусе? Везде только одна Диана да Шурыгина. Да я помню о Версусе. А эту девицу ты знаешь? Нет. Это же Диана Шурыгина. Она рекламирует бургеры. Ей стали сыпаться предложения сняться в кино. Представляешь? На ее канале скоро будет 300 тысяч подписчиков. О, ну такого говна я еще не прикинь. Видел. Все блогеры только о ней и говорят. С ума сойти. Проще найти тех ютуберов, которые не снимали про Диану Шурыгину. Например, канал Сливки Шоу. Правильно. Кстати, сегодня 1 марта отмечается вот. День кошек. Сегодня 1 марта? День кошек, прикинь? А также да. Ты знаешь этого котенка? На ютубе да. Куки. Давайте Куки зовут? 20 тысяч лайков в честь этого крутого классный праздника. Код, да? Да. Итак, вернемся к теме видео. В интернете просто бурлит от YouTube новостей. Если в прошлом году мы могли пошутить про Фирамира и стримершу Карину, то в этом году нам хватило 2 месяцев, чтобы утонуть в скандалах. В этом как видео кусок я хочу дерьмица, проверить, да? Как хорошо ты разбираешься в ютуберах и сыграть с тобой в игру «Правда или ложь». В конце видео ты узнаешь свой ранг на ютубе. Да давай уже начинай. Получишь возможность выиграть приз. Например, стикеры ВКонтакте. Господи, тебе нужны эти стикеры ВКонтакте, Леонид? Победителей мне много, тоже не нужны. Я хочу, чтобы ты обязательно попробовал свои силы. А мы тогда смотрели, Леонид, помнишь? Подробнее об условиях конкурса в конце. Или я один его смотрел, не помню. А сейчас поставь всего один лайк, ведь мы уже начинаем. Да давно пора начать. А начнем мы с самого простого. Правда ли, что у Мамикса 3 YouTube-канала? Правда? Да. Правда. Я тоже считаю, что правда. Ребята, правда-правда. 3 канала у него. Да. Это правда. Хотя уже совсем непонятно, зачем... Ты что там делаешь, Леонид? Если раньше он снимал видео каждый день... Хлеб малой кушает. Проголодался? Сейчас за прошедшие 7 дней Мамик снял всего 2 видео. Да, я охренел. Я не выкладывал видеоролики неделю. Но это пока не рекорд. Когда-нибудь, наверное, будет и больше. Ну, отлично. Правда или ложь, что Иван Гай добавил Диану Шурыгину? Правда это или ложь? Да. Правда? Да. Правда, конечно. Я в команду вас, если не вас выбрать. Ну да. Иван Гай дружит с Шурыгиной, представляешь? Да. Ваня и другие блогеры добавляли Диану. А потом удалили, друзья. По-моему. Но да. Сразу же вот. Удалили. Вот так. Так что в данный момент это ложь. Но было же, было. Удалило, что Иван Гай посетил шоу Big Russian Boss. Не знаю, не знаю. Ларин посещал недавно Big Russian Boss, чтобы Иван Гай посетил, не знаю. Не знаю, это же... Это чистая ложь. А ты хочешь видеть Иван Гая на этом шоу? Ни разу, кстати, лайк, не смотрел если это хочешь, шоу. Коммент, если против. Ну вот. Правда ли, что Дмитрий Ларин закопал с ним текст для своего выступления на Versus Battle? Ну, наверное, правда. Наверное, правда. Мрюк, он старый стал, а? Угу. Это правда. Правда, видишь? Он составил квест, в котором подписчики могут найти координаты спрятанного текста. Ну. Хотя все это может оказаться просто не кайфом. Знаю. Правда ли, да? Что у Ивангая развита социофобия? Наверное, правда, да? А он военный? Не, это самый популярный видеоблогер на Руси. Типа Ванамаса. Понял? Да. Правда, видишь, он сам сказал. Ивангай пожаловался, что он неуютно себя чувствует в окружении большого количества вот людей. Вот так бывает. Правда ли, что Марьяна Ро стала моделью на показе Дольче и Габбана? Прикинь? Да. Чё, правда это, как ты думаешь? Да. Вкусный хлеб? Супер. Я думаю, правда, наверное, да? Да. Это а, ложь, представляешь? В участвовала Саша. Сашка там была. Хотя в детстве Марьяна была моделью. Правда или ложь, что Янго уже успел сняться в 2 фильмах? Наверное, правда, да? Угу.
Как ты думаешь? Или Баста. Ты знаешь этого типа, нет? Нет. Не знаешь Яна Гордиенко? Ну я так, слышал о нем немного. Правда, представляешь? На его плечах роли в фильмах «Елки 5» и «Взломать вот блогера». Это кастинг актеров? Да, это кастинг актеров. Расскажите, что вы умеете. Я актер. Боже мой, что это? Правда ли ложь, что Марьяна Ро забеременела? Она что, беременна, что ли? Мне кажется, это ложь. Как ты думаешь? Да, я не. Ложь, да? Леня, ты кушаешь, и мне тоже хочется кушать. Поделись со мной. Это ложь. В Инстаграме появилась фотография, где Марьяна изображена. Хлеб, дарницкий огонь. Сейчас эта фотография недоступна. Видимо, ее шутка зашла слишком далеко и превратилась в предмет. Сейчас, сейчас досмотрим, Леня, и пойдем кушать. Понял? Ведь они только недавно остались. Да. А перспектива 8 лет. Стой. Давай досмотрим видосик. Мне казалось, что Ивангай должен стать на место Сергея. Да. Он тоже неудачно переспал с малолеткой. Я тоже не пушистик. Конечно, не пушистик. Шучу. Правда или ложь, что я, Николай Соболев побывал на шоу «Пусть говорит». Был он там, да? Да. Давай я тебя засуну нормально. Он там был, да? Ну ты ж помнишь, смотрел Николая Соболева? Да. Помнишь? Помню. Вот. Ну это точно изи для тебя. Напиши ответ сам в комментариях. Вот так. Сколько набрал баллов? Я набрал 9 баллов. Биг Ютуб Босс. В конкурсе, просто поставь лайк. Вот так. А также поделись этим видео из нашей группы ВКонтакте. Уже в пятницу. А крошек сколько, Лёня? Я выберу победителей викторины. Сейчас будем пылесосить, да? На наш канал, да. А также включи колокольчиков, чтобы не пропустить. Когда там видос закончится уже? А, он уже почти закончился. Пошла музыка, понял? Давай танцуем. Тебе понравилось видео? Да. Классное, да? Поднимающее настроение. Все, все эти колготки в крошках теперь, да? Ладно, ребята, всем пока. Если вам понравилось наше видео, ставьте большой палец вверх. Офигеть! Сейчас будем чиститься. Пишите комментарии, пальцы вверх ставьте, подписывайтесь на канал. Мы пошли кушать. Хлеб дарницкий. Видео огонь, кстати, мне понравилось. Все, всем пока. Леонид, всем пока, скажи. Пока. Леня тоже всем пока говорит. Давайте.